дюжину детишек растила дома матушка моя. Ровно 6 девчонок, ровно 6 мальчишек и один чертенок — это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня: это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Да, я всегда была пипита дьяволо, а дьяволы не любят унывать. Пиши, пипита, как тебе не стыдно спать. Да, я всегда была пипита дьяволо, я дьяволом всегда была, а дьяволом на все плевать. С голоду и холоду бывало, все голосят, 12 голосов. Я одна бывала, песни распевала, подтянув потуже поясок. Если бывает тяжело мне, не тоскую я и слез не лью. Я ногою топну и в ладоши хлопну, и опять на зло судьбе пою. Да, я всегда была пипита дьяволо, а дьяволы не любят унывать. Пиши, пипита, как тебе не стыдно спать. Да, я всегда была пипита дьяволо, я дьяволом всегда была, а дьяволом на все плевать.